Мой градусник показывает минус 55 где-то. Крузер. Откуда едешь? Чего не помог? Жаль, что этот бортовой не показывает ниже 40. Ёпт. Засапунило. У меня стоят комфортера, с осени еще не снял, а кто-то спрашивал. Амортизаторы, вот Red BTR стоят, не мерзнут. Всем привет, сегодня минус 50 у нас. Мой градусник показывает минус 55 где-то. Ниже шкал показывает. Термометр лежал тут. 12 декабря. И мне позвонили люди, односельчане, 50 километров отсюда. У них машина сломалась, встала. Иномарка маленькая. Хорошо, что там есть поселение маленькое, и они зашли в дом. А я еду туда буксировать эту машину. В минус 50 замерзает все. Вся жижа на мостах, на ступицах. Ступицы замерзают. Руль, не знаю, как она будет рулиться. У меня только трос 6-метровый динамо, жесткой сцепки нету. Сейчас я доеду к ним где-то часа, ну, через полчаса, ну и там посмотрим. В последние 3 дня вот такой дубак стоит. Вчера было минус 49, сегодня минус 50. У меня дома показывало минус 55. В такой холод, экстремальный холод, многие не ездят по мелким делам. Но человек возвращался с районного центра, и машина заглохла. На трассе оживленность очень маленькая. Говорит, машин нету. Едем, смотрим. Вот это новая дорога наша. Построили мост. Открытие было в октябре в этом году. Вот тут протяженность где-то 3 километра вроде. А дальше грунтовка. Крузер. Откуда едешь? Чего не помог? Сейчас время 14 часов, солнце уже с зенита пошло, солнце идет на заход, вот кончиков деревьев чуть-чуть высоко стоит. Это Якутия, Сунтарский улус, село Котана, вот так вот. Жаль, что этот бортовой не показывает ниже 40. На улице сегодня очень холодно. Дубел. Конкретный дубак. Пару слов про амортизаторы Red BTR. У меня на канале было видео, где я ставил амортизаторы Red BTR. Сейчас езжу на них. Минус 50, амортизатор масляный, не дубеет вообще. Вот сейчас еду, комфорт такой же, какой был осенью, то есть она не замерзает, действительно не соврали, там в описании было.
было написано, что жидкость не замерзает, и подобрана уникальная формула, типа какой-то специальной жижи, которая не замерзает. Кажется, так и есть. Так что могу рекомендовать. Зимой она не дубеет. Вот это маленькое поселение. Александр ждет меня здесь. Ёпт. Засапунило на холоде. Масло все выдавило. Ёпт. Сейчас решили задним ходом отбуксировать вон туда, на перекресток. Во-первых, мы не смогли оттолкнуть, так как машина замерзла. Во-вторых, трасса оживленная, опасно тут разворачиваться. Туман. Так, все-таки мы назад протолкнули немножко. Обаты? А, оба. А, дар. Проверим тормоза. Тормоз с кем бервей колеха надо? Тормоз с кем бервей колеха надо? Ломомба.
комбинезон инде карбидим, не батник. Это анна. Он там ганна ретина тастахах вот. Ульяман. Кири анна. Мане. Стана. Ай, не нахка батар. А что варен кореход? Я мне будет чекать не стану, то он мастерлан корор. А что мембилия? А что пока варен ход, он то мосты дикий тень тохту ходил. Я видел ее. Так, начинаем буксировку. Четыре воды не нужна. Потихоньку так. На первый понижен, повышенный. Должна потащить. Так. Все, взяли на буксир. Сейчас. Да. Проверяет тормоза. Я чувствую, как машина сопротивляется. Значит, что-то есть. На иномарках обычно, когда заглушено, тормоза очень вяло работают. В принципе, в любой машине. Так, на улице дубак. Я ему дал свои ватники. Хорошо, что взял с собой. Сейчас через несколько километров, я думаю, наверное, мы поменяемся местами. А, человек все равно замерзает в холодной машине. Холодная сидушка. Потихоньку едем. На второй передаче еду. Скорость 30-35. Ехать еще далеко, километра так 50. А сапун в наших краях явление частое, потому что из-за холода вот, забивается шланг сапуна двигателя. У каждого двигателя есть такой шланг сапуна. И давление двигателя начинает расти, и где-то дает течь, выдавливает через какое-нибудь отверстие или какой-нибудь сальник выдавливает, и тем самым все масло двигателя вытекает. Бывает, когда масло вытекает, захватывает двигатель. Схватывает, то есть вкладыши. Не знаю, что с ним. Говорит, просто заглохло. Может, аварийная остановка. Двигатель. Компьютер сам, наверное, выключил двигатель из-за повышения температуры. Ну, если так, то хорошо. Даже УАЗик может из-за сапуна выдавить масло. По правилам буксировки аварийную
сигнализацию должен включать задняя машина, буксируемая. Но так как у него аккумулятор сел, он не может этого делать. Поэтому, когда машина едет, я смотрю в зеркало и вперед, я включаю аварийку. Все равно это, хоть и нарушение, но предупреждает других участников дороги о том, что что-то неладное тут. У нас водители осторожные. Впереди горка, должны выехать без проблем. У меня сейчас обороты на 2000, третья передача. Проехали. Еду на скорости 50 километров в час. Дорога широкая, прямая. Резких торможений все равно не буду делать. Поэтому так едем нормально. Скоро приедем уже. Вот мы приехали в деревню. Время почти 16 часов. Благополучно доехали. Сейчас осталось только запихать машину в гараж. Затолкали. Дурак, что ли? А? Затолкали машину в гараж. Все. Теперь Александр, наверное, сам посмотрит, в чем дело. Сам посмотрит, что случилось, починит. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я хотел показать, у меня стоят компрессора, с осени еще не снял. А кто-то спрашивал, как ведут себя компрессоры зимой на грунтовой дороге. Очень хорошо. Вот сегодня было минус 50, дубеет, когда стоят, через пару километров отходят, вот дороги держат хорошо. На льду, опасно на льду, вот на таком снегу она хорошо держится, на бездорожье тоже хорошо. А сейчас я уже в лес уже, наверное, не поеду, сниму и поставлю свои зимние. Амортизаторы Red BTR стоят, не мерзнут, тоже хорошо. Ссылка будет в описании. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Осторожно на дороге.